И к спортивным новостям. Олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев завоевал новый титул. Накануне в Уфе дагестанский боксер выиграл пояс чемпиона Европы среди профессионалов. В главном поединке вечера 23-летний спортсмен встречался с итальянцем Суато Лазе. Бой продлился лишь два раунда. Соперник нашего боксера получил травму плеча и был вынужден сняться. Для Батыргазиева это был первый бой на профессиональном ринге после летней Олимпиады. Теперь на его счету 4 победы в 4 поединках. Все нокаутом.